Ну, мы рады даже твичевским стримерам, блин. У меня на стриме твоя твича стоит. Да, пожалуйста, пожалуйста. Так, сейчас тебя еще... А, в камеру. Ай, ты видишь, какая симпатяха. Ай. Так. Ай, ай. Ну что, расскажи, твич плохие. Скажи, твич плохие, что запрещают стримить на другие платформы. Правда ведь? Да, но есть твоя твича. На Кугейме, да. Пока еще есть. Потому что, если серьезно, мы... они же начали еще блокировать просмотры на сторонних площадках. Типа ты смотришь, они через полчаса тебе говорят, извините, переходите на Twitch. Вот, и я так расстроился, думаю, ну ёпар, СТ. Ну как так? Стримеры же выгоднее, чтобы трансляция была и на Ютубе, и на Гудгейме, и на Твиче. Также аудитория растет. Ну, партнерка. Да, вот так вот. Ну ладно, рассказывай. Мне бы хотелось поговорить с точки зрения вокала. Ага. Где ты училась? Как пришла? Я с 3 лет этим занимаюсь. С 3 лет? Давай. Ой, да. Я занимаюсь этим с 3 лет. Меня в детстве отдали в музыкальную школу. Так, на хоровое, наверное, да? На фортепиано. И на вокал. Ага. Вот, ну и всему... И все, и ты потом поешь. Да. А после этого было училище. Да, потом музыкальный колледж. Вот, и все. Но консерваторию ты нет, не пошла дальше. Я 17 лет проучилась, не хватило. Да. Ну, блин. Как тебе музыка, кстати? Я такое не очень люблю. Я тоже не очень. И после стрим-феста я буду еще более не очень к этому относиться. Потому что это все в уши. Я не представляю, как здесь сидеть, вот это все в уши. Да, слава богу, у нас работает более-менее неплохое шумоподавление, поэтому если говорить достаточно громко, то все он вырезает. Но у тебя голос поставленный, опоры есть, все хорошо. Там я могу кричать, если меня не слышно. Нет, белсинг нам не нужен. Так, хорошо. Я, к сожалению, после того, как ты покинула нас, я перестал смотреть. Ты не покидала! Стоит плеер, ну там товарищи сидят в чатике, пишут? Да, да. Блин, ну вот что делать? Что делать? Нет, это молодец, спасибо большое. Просто я пытаюсь, ну, ты же понимаешь, я еще буду заходить на Twitch этот, или смотреть. А, значит, да. Да, конечно. Но у нас все равно ж на ГГ очень большое количество самых разных стримеров, тоже хороших есть, которые, ну, которые там и там, и там. Вот, поэтому есть контент все равно. Да и когда же сам стримишь по 6-8 часов, на другие трансляции иногда не хватает времени. Но, тем не менее, например, днем, когда стрима еще нет, я ставлю что-нибудь. Дакфакса. Я Дакфакса ставлю теперь на фон. Причем он же, насколько я понял, тебя же в стриминг и привел. Да, меня именно Дакфакса привел. Мы с ним общались и вместе стритовали на улице. Да. Вот. А потом, через, наверное, год, он говорит... Я работала в магазине тогда, продавала всякие сережки. Мы с тобой на стрит-фейсе на прошлом, ты частично эту историю рассказывала. Да, вот, я работала в магазине, он меня встретил и говорит, слушай, ну это не твое. Да. Давай стримить. Я говорю, что делать? Он говорит, ну как стритовать, только дома. Ну, давай попробуем, и все. 4 года уже. 4 года. Ну и, соответственно, ты в этом всем процессе, это основной род деятельности. Да, твоей. Я сейчас full-time стример, то есть я нигде не работаю. Стрим. А думала над тем, чтобы, или наверняка уже выходила за пределы трансляции, я имею в виду концерты, записи, студии, какие-то синглы, может быть? Ну вот, если у меня сейчас есть разработчики, да, готовятся. Концерты хотела еще прошлой весной, но началась вот эта вот пандемия, и у меня все поотменялось. Сейчас тяжело это сделать, потому что ты назначаешь, бронируешь место, а потом нельзя, все, не собираемся. Да. Вообще большая удача, что стримфест все-таки, несмотря на такие ограничения, состоялся, потому что это было бы... Когда его перенесли, я так испугалась, что его вообще отменят, я так рада вообще, что все-таки есть. А у тебя репертуар какой? И по объему, и по направленности. По объему очень большой. Ну, надо... Сильно большой. Да, что напела ты уже за эти 4 года с ним, вместо всего интересного. Репертуар, фолк, кантри, рок, баллады. Вот такое. Я слышу, ты все-таки ближе к сопрано, да, по тембру? Да. Ну, у меня диапазон, второе сопрано и первое альт. О, где-то там.
хорошо, было хорошо. И сгладила, я слышал, на... Причем была разница, когда ты за 4 года был все равно заметный прогресс. Вообще очень сильный прогресс. Да. Я смотрю первые свои стримы, когда уже безопасно, думаю, какой кошмар, какая ужасная картинка, какой звук отвратительный, какой ужас. Все-таки практика. А ты сколько в среднем в день трансфер проводишь? Часа? Часа 3. И этого хватает, да? Да. Ну, я просто потом устаю, я же постоянно играю, пою, как бы... Меня просто потом пальцы устают. В этом плане, я думаю, что у тебя голос устает, но тебе за 17 лет уже не устает голос? Конечно. Так. А чего у нас связочка слишком или почему? Нет, в принципе, просто устаешь. Просто устаешь. Ясно. Ну, хорошо. Нет, конечно, 3 часа все равно ежедневно. Это вполне достаточно для... А, хорошо. Что нам делать с Твичом? Вот. Они сейчас будут ограничивать, и тебя не смогут смотреть у нас на WebGame люди. Как быть? Ты снимешь на YouTube, например? Нет. Я на YouTube только записи выкладываю. Я законопослушный партнер. Ну, ты что нам делать? Можно, например, можно разделить по дням недели, то есть я какие-то дни на Твиче, какие-то дни на WebGame. Так тоже можно. Я только за. Но, кажется, правила Твича запрещают, где бы то ни было, стримить. Не, у них должен быть, типа, индивидуал. А, эксклюзивный. Вот, да, эксклюзивный стрим, то есть только у них. А-а-а. Вот другие стримы, можно не будешь. Не, ну я бы хотел, конечно, вернуться к прослушиванию, не нарушая вот эту вот тему, что нужно куда-то еще заходить. В общем, если надумаешь, один день в неделю, например, может попробовать начать, я буду слушать, запромоутим на главное, и все будет хорошо. Все хорошо, договорились, я вернусь домой. Хорошо. И если тебе еще не выдали, хочешь, возьми футболочку. У нас замечательные 3 футболки, они мемные, щегол... На щегол. Я поняла. Щегол. Тут как бы... Вторая это «И так сойдет» из «Пески из 30-го». О, это прям мое. Ну, вот. Так что они хорошие, выбирай. Хорошо, пожалуйста. Спасибо. И я очень надеюсь, что буду тебя слушать. Спасибо, ребят, хорошего. Катерина Син, пожалуйста.